Казалось бы, на любой машине нет ничего проще, чем снять кнопку стеклоподъемника. Так она выглядит. Все очень просто, да, вставляется. Я тоже так думал. Но вот эта фигня стоит. Вот основная кнопка. Эти засранцы собрали таким образом, что эта фигня ставится сверху, а эта фигня ставится снизу. И причем она не на каких-нибудь там клипсах, да? А на вот таких вот мелких таких пупырышках, которые надо отгибать шилом. В прямом смысле слова шилом. Другого инструмента не подходит просто. И они, ладно бы она в сборе была бы, бы ее сверху так выдернул наверх, но нет. Эта ерунда здесь не пролезает просто физически. Она шире, чем эта долбанная дырка. То есть нижняя часть, самая основная кнопка, должна уходить вниз, а эта верхняя крышечка наверх. Хотя, как вот и защелка, ты такой, она стоит у тебя там изнутри. Ты думаешь, сейчас я нажму на эту защелочку, все у меня наверх выйдет. Черта с два. Здесь это все стоит вот в таком ужасном положении. Вот в таком. Защелка. Вот здесь вот под этой ерундой наверху. Защелка простая, нажимается отверткой. Да, вроде бы казалось бы, что может быть проще одну нажать пипочку, но нифига. Ты ее нажимаешь. Вот так у тебя стоит эта кнопка долбанная. Ты ее нажимаешь, а кнопка наверх не выходит, потому что нижняя часть слишком широкая. И ладно бы вот здесь вот с двух, две дырочки надо было бы отогнуть шилом. Отгибать надо все четыре с двух сторон. То есть сначала надо нажать сюда, вытолкнуть ее наверх. Наверху как-то с четырех сторон, потому что здесь с четырех сторон точно подлезть невозможно. Наверху как-то отогнув ее, это сделать еще можно. Ты подлезаешь и нажимаешь. Сейчас покажу. Вот она, вот такая вот ерунда. Снять, дави, не дави, ничего не снимается, потому что эти ненадавливаемые, это жесткие. То есть отгибать приходится вот так вот. И эту сторону вот так вот. Чуть-чуть. Потом другую сторону. Вот так вот. Вот одна сторона у нас слезла. Это потому, что я ее уже разбирал. Она тяжелее. Потом с другой стороны то же самое. Отгибаешь, толкаешь. Ладно бы это все было вот... Ладно бы это все делалось как-то на весу вот так вот, как я сейчас вам показываю, да? И то ни хрена неудобно, мне прям нервы. Не хватает у меня нервов. И это все приходится делать вот здесь вот. Вот в таком положении. Куда-то сюда подлезать. Куда-то туда подлезать. Вот она дальше не выходит. Видите, дырка? Уже. Она наверх не выходит. Короче, дичь. Люди, которые проектировали эту долбанную кнопку на этом сраном Volkswagen Polo. Машина мне нравится. Polo, кстати, 2012 года был. Не самый свежий. А вот клипсы ваговские. И вот эта вот дрянь, которую не могли сделать просто поуже. Все, что нужно было сделать, это вот эту часть сделать поуже, и она пролезала эту долбанную дырку. Ну, это просто дичь, короче.